Подходя к этому столу причастия, мы хотим вместе поразмышлять о Божьей удивительной любви к нам, которая отражена в том, что Иисус сделал для нас на кресте. Мы размышляем об учении Джой. Он любит вас. Без каких-либо «если», без «но», без условий. Он принимает вас такими, какие вы есть. Вы можете свободно и легко ходить с Ним, наслаждаясь этими зелеными пастбищами, следуя Его следам. Его любовь безудержная, жертвенная и сильная. А мы хотим взять вас с собой на прогулку вдоль реки. Это прекрасная картина Божьей любви, которая течет над нами и вокруг нас. Когда вы будете наблюдать за текущей водой, представьте, что вы гуляете здесь с Иисусом, взявшись за руки или, может быть, под руку. Он шепчет вам: «Я люблю тебя». И приглашает вас сделать паузу, чтобы посидеть с Ним, освежиться в этом месте. Отдохните с Ним немного. Позвольте Его любви течь над вами и через вас. Если вы нуждаетесь в обновлении в ваших отношениях с Ним, то приходите к Нему. И пока вы размышляете над всем этим, приготовьте свое сердце к наслаждению той трапезой, которую Он приготовил. Мы находимся здесь сегодня, чтобы отпраздновать причастие, отпраздновать Иисуса и то, что Он сделал для нас. Иисус, мы принимаем Твою любовь и жертву. Ты пригласил нас, и за этим столом найдется место для каждой из нас. Во время последней вечери, во время самого первого причастия, в ту ночь, когда Тебя предали, находясь с учениками, пока вы еще кушали, ты взял немного хлеба и, поблагодарив, ты разломил его, дал своим ученикам и сказал: «Возьмите, ешьте, это мое тело, предаваемое за вас. Делайте это в память обо мне». И затем ты взял чашу и, возблагодарив, ты дал ее своим ученикам, говоря: «Пейте из нее, пейте все. Это моя кровь Нового Завета, которая изливается за многих для прощения грехов». Спасибо Тебе, Иисус, за это время совместного причастия для всей семьи Воспрянь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что некоторые из нас впервые пробудились к Твоей любви после Воспрянь.
Мы продолжаем идти по Твоим стопам туда, куда Ты ведешь своих возлюбленных. Мы продолжаем свергать с себя наши бремена и заботы, приближаясь к Тебе, чтобы получить Твою благодать и принятие. Мы принимаем сейчас эту благодать и принятие. Спасибо за то, что Ты пробуждаешь нас к более здравому пониманию Твоей любви. Мы провозглашаем написанное в 22-м псалме, что Ты наш лучший друг и пастырь, и что у нас всегда будет более чем достаточно. Если кого-то из нас предали или обидели, то во имя любви позвольте вашему исцелению прийти во имя Иисуса. Давайте просто посвятим немного времени, чтобы принять это исцеление, если мы в нем нуждаемся. Мы провозглашаем, что Ты предлагаешь нам место отдыха в Твоей роскошной любви. Твои следы приведут нас в оазис покоя, к тихому ручью блаженства. Там Ты восстанавливаешь нас и оживляешь нашу жизнь. Давайте остановимся на какое-то время, чтобы получить то восстановление и обновление, в которых мы нуждаемся, собравшись сегодня вместе. Пусть звук Твоего имени, Иисус, и дальше нежно ведет нас в новое пробуждение к Твоей безудержной, щедрой, экстравагантной любви, которую Ты в избытке изливаешь на нас. Ты призвал нас и сделал нас своими возлюбленными детьми. Когда мы завершим эту часть причастия, пусть в нас утвердится то, что мы Твои собственные возлюбленные дети. Аминь.